Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня хочу показать совсем немного покупок из магазина Fix Price. Уже не однажды я показывала этот чай Тесс, карамель Шарм. Это черный чай в пирамидках с кусочками карамели. Уже не знаю, сколько я упаковок купила, 50 рублей. Буду покупать еще, пока он будет в наличии. Juicy Fruit. Желательно резинка в пластинках. Стоимость, наверное, такая же, как в Ашане. Наверное, где-то 16,60, по-моему, она стоит. Но в остальных супермаркетах стоит гораздо дороже, поэтому практически все время там покупаю. От Фитокосметик быстрый эффект, жидкость для снятия лака, 30 мл, стоимость 10 рублей. В качестве переносного варианта куда-то с собой взять, решила купить себе. Один раз пользовалась, ну вот понятно, что хватит ее ненадолго, но работает она неплохо. Давно хотела еще себе купить такие диски пропитанные для снятия лака для ногтей, но вот пока до них не добралась, пока пусть будет вот такой бюджетный вариант. Купила упаковку воланчиков для бадминтона. Ракетки у меня есть, а воланчики, которые были в наличии, пришли в негодность. Надеюсь, что вот эти прослужат какое-то время. Они стоили то ли 50, то ли 55 рублей. Сколько здесь? 6 штук в упаковке. Появилась в фикс-прайсе вот такая хна для Менди или Михенди. В нескольких оттенках я взяла оранжевый, там есть, по-моему, красный, зеленый, черный, коричневый, кажется. Внутри вот такой тюбик. Здесь уже, соответственно, готовый состав. Ну, уже я пробовала им что-то изобразить, но, может быть, лучше для тех, кто не является профессионалом и не очень хорошо рисует, лучше, конечно, взять трафареты, они там тоже есть в фикс-прайсе. Возможно, я так и сделаю, но самостоятельно, конечно, я ничего путного изобразить не смогла. Она стоит, по-моему, 55 рублей. Ну, соответственно, вот все ее показывают в покупках, я тоже решила попробовать. Ну, либо вот, если так серьезно к этому не относиться, поиграть для детей. У меня смылось, наверное, за пару дней, если какой-то есть активный контакт с водой, там принимаешь ванну, душ, особенно когда мажешь кремом руки, то, конечно, все это очень быстро смывается, хотя здесь, по-моему, заявлена стойкость до недели, но это вообще сидеть ничего не делать нужно, чтобы это все долго держалось. Ну и, соответственно, выглядит уже некрасиво буквально на следующий день. Средство для стирки Wash-Up, я уже показывала тоже не однажды, 10 литр, стоимость 50 рублей. Нашла единственный вариант для цветных тканей, но я думаю, разницы большой нет между этими вариантами. Раньше я покупала розовый, по-моему, универсальный, и еще покупала темно-синий для темных тканей. Конечно, средство не особо концентрированное, его довольно-таки много нужно по инструкции, но для небольших каких-то загрязнений можно и поменьше лить, можно добавить отбеливатель, если есть такая необходимость. Но для меня очень такой хороший бюджетный вариант, поэтому если буду еще видеть на полках вот этот вот продукт, я обязательно буду покупать. Но я вот нашла, как уже сказала, только один вариант, причем в одном магазине, в других уже и не встречала. Еще купила две вот таких коробки. Называется эта вещь коробка цветная с крышкой. Вот можно размеры посмотреть. Покупала специально для того, чтобы положить туда обувь, но, к сожалению, в магазине было только две коробки в наличии, они стоили 50 рублей, такая хорошая крышка, коробки эти штабилируются, то есть дно следующей коробки входит в крышечку предыдущей и не скользит, они прозрачные, тоже это удобно видеть, что там вообще внутри находится.
У меня есть несколько пар обуви, которые без коробок, либо коробки пришли в негодность, либо вообще они продавались без коробки. И я бы, конечно, купила еще там штук, я не знаю, 6-8, для того, чтобы все это разложить и чтобы хранить удобно. У меня, конечно, нет такой гардеробной, где все это можно так расставить на полочках, поэтому приходится большей частью хранить обувь именно в коробках. Ну, если вдруг где-то встречу, я обязательно куплю еще. Ну и последнее, что я сегодня покажу, это большой контейнер, так сложно будет. Ну, в принципе, можно увидеть. Они по 99 рублей, прозрачные. Тоже они штабилируются. Можно либо их сложить один в другой, либо поставить вот таким образом один на другой. Пока еще не приспособила я их куда-либо. Купила 4 штуки. Но думаю, что для хранения они будут просто отличными. Тем более, что в других магазинах контейнеры подобного размера стоят гораздо-гораздо дороже. Ну и качество здесь очень приличное. Все такое ровненькое, гладенькое. Нет никаких каких-то лохмотьев, зазубрин. Поэтому довольна буду организовывать хранение с помощью этих ящиков. Вот такие были у меня покупки небольшие. Большое спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.